Главная проблема в том, что у нас нет нормального закона, который бы дал права мигрантам. Что такое незаконный мигрант? Я вообще не понимаю. Стране нужны трудовые ресурсы. В стране некому работать, некому. Население все меньше и меньше. Сибирь вообще пустая. Ее даже не надо захватывать. Поэтому вместо того, чтобы создать условия, чтобы наоборот, ну они должны быть все под контролем. Они должны получать законную зарплату, у них должны быть отчисления на пенсию и так далее. А это не рабы, это не люди, которые... Они должны быть в нормальных человеческих условиях. Но в то же время и предприниматели поставлены в условия, вместо того, чтобы легально пригласить себе, и он был бы легальным мигрантом, да, их заставляют делать из них нелегальных. Я вас уверяю, что я вот хочу себе дом отремонтировать. Российскую бригаду невозможно найти. Только узбеки, таджики, украинцы. Невозможно. Поэтому надо что-то с этим делать.